Одним словом, приятно. Участковый из Кургана признан одним из лучших в России. В Алтайском крае завершился всероссийский конкурс профмастерства среди участковых страны на звание «Лучший по профессии». В жестком отборе, пройдя сложнейшие испытания и проверки, представитель из Кургана занял второе место. Серебряным призером стал участковый из первого городского отдела полиции Андрей Телюнев. Всего было 5 дисциплин, 5 специальностей. То есть это была специальная подготовка, знание нормативных актов. Значит, второе – это была технико-криминалистическая тактика. То есть показывали знания по криминалистике, по использованию средств связи. Значит, третье у нас было – это медицинская подготовка. То есть были теоретические вопросы, были практические задания там, по оказанию первой помощи. Далее у нас была огневая подготовка. Также была теоретическая часть, была сама непосредственно огневая подготовка. И заключительно у нас была это физическая подготовка. Там мы сдавали самбо, боевые приемы борьбы, подтягивания и кросс на 1 километр. Всего в состязаниях приняло участие 84 полицейских со всех регионов страны. Сразу становится понятным, что выбирался лучший из лучших. Все победители получили ценные подарки. Представитель Зауралья увез домой качественный мультимедийный комплекс.